Когда я говорила водителю, что остановите меня на Манасе, да, он такой: а, Белинка, да? Я такая: а, Белинка, да. Я живу на улице Чеченова. Я живу в микрорайоне Достук. По улице Каралаева. Я на Жукеева Пудовкина. Я живу на улице Достоевского. И не Сандя Ингочокин. Шлагбаум Интервельпо. На Куйручоке. Абдрахманова, да. Коинде Настанда. Хантенгири. Как отрезок одной длинной улицы, линейной, и назвали в честь одного из известных личностей, которые как-то приехали в наше село. Но я так понятно, что там было какое-то поселение, и в целом, когда выбирали название, сказали то, что там разные семьи жили, поэтому Достук сначала, ну, на кыргызском, поэтому я осталась. Каралаев, он то ли писатель, то ли ученый, наверное. Даже не интересовалась, если честно. Ну, так, как знаю, великий Манасчи у нас. Ну, это улица в честь революционера, а гражданской войны еще в 20-х годах, вот он во Фрунзе был, вот, в честь него назвали. В честь писателя. Чингиз Айтматович Кармасын Энисай деген дарияга кошулган эмеспи. Ошо мен ойлойм, ошолго ошонун атынан болсо керек деп. Я знаю, есть один очень популярный вроде бы акым или что-то с композитором связанное, его зовут Умиталиев. Ой, не зовут, а фамилия или отчество Умиталиева. Жо, ошону айта албайм. Ага. Жусуп Абдрахманов. Я билем аны, бирок ким экенин баягы мен илгерки чоочу эле советский деп көнүп алгам да. Тенгери чокусунун атына коюлган. Жанагы бир жылы жер биздин Кытай менен чектешкен жерден жер участкалары алмашылып, ошо Хан Тенгери чокусу биздин Кыргызстандын пайдасына өткөн. Ошого карата коюлган болсо керек деп ойлойм мен. Качан кантип коюлганын билбейм. Мы уже привыкли, мы коротко называем как Покровка. Нет, Достук мне очень нравится, да. Бывшее название набережная была. Сейчас по-нашему, я не против. Ну, я считаю, что такие исторические названия лучше не менять, оставлять. Любим, Кыргыздар на место вот сюда пошел. Например, Нурсултан Жапаров, Тептагой, Солод. Им Калмин? Калмин? Това Чагат. Жакшы эле. Эми азыр өзүбүздүн замеге жараша, мурун советский деп илгерки заман мурун кожу. Эми азыр азыркы өзүбүздүн менталитетке, өзүбүздүн демократия болуп эме болгонубузга өзүбүздүн аттарды, өзүбүздүн жакшы инсандардын аттарын коюлуп атпайбы? Туура эле. Я, в принципе, поддерживаю это, да. Ну, в целом, потому что у нас есть выдающиеся личности, да, которым вот можно назвать такие улицы, поэтому это нормально. Когда я говорила водителю, что остановите меня на Манасе, да, он такой: а, Белинка, да? Я такая: а, Белинка, да. Вот, то есть сначала это было достаточно сложно, но сейчас, я думаю, я уже привыкла. В целом не против, но мы привыкли именно к этим названиям. То есть это вот какое-то такое родное. Например, у нас есть улица Юбилейная, и переименовали ее вот. Но в целом, типа, для многих жителей, которые давно живут, она все же юбилейная. В принципе, правильно думаю, да. Потому что Кыргызстан – это Кыргызстан, да. Но против я ничего не имею. В принципе, не отрицательно. Но считаю, что есть такие значимые улицы, которые вот давно уже все люди привыкли. Лучше их оставлять, не менять. Ну, чет-чактарда особенно, жанагы, Агоргу, Агордо дегендерлер, жерлерде тааныбаган эле кишинин аттарын коюп коет. Мисалы үчүн аны мен туура маселе көрөм. Мисалы үчүн бир көчөнү бир аз бирдеме кылып коет да ошол кишинин атасынын атына коюп коет. Анан аны коюш керек, мындай эмгек сиңирген Кыргызстанга бир мындай кандай десем атактуу, даңктуу мындай ошондойлорду койсо туура көрөм. Мен кээ бир ар бир көчө боюнча өзгөчө ой болушу мүмкүн да. Баарына эле бирдей жооп бере албайм да. Кээде туура деп ойлойм, кээ бирлер боюнча тарыхый аты калганы туура болот деп ойлойм, ар кандай да эми. Ошон үчүн мындай бирдиктүү жооп бере албайм баардык көчөлөр боюнчачы. Кээ бир көчөлөргө тарыхый аты калыш керек. Ал жакшыбы жаманбы Кыргызстандын тарыхында мындай изи калган болсо, ал калыш керек болот.